Сергей, привет. Я думал, ты... Думал, ты перестал есть шоколад. Растолстеешь. Значит, растолстею. Перестань, Джо. Почему? Чувствую себя отвратительно. Мистер Хован сегодня пошел на склад и увидел двух девушек, спящих на мешках. Разорался? Ужасно. Когда тебе платят за рабочий день, ты должен работать. Ирен пришла на работу с синяком под глазом. Парень, за которого она вышла в Сан-Франциско, прошлой ночью снова объявился. Хотел, чтобы она вернулась в город и снова жила с ним. Когда она отказалась, он избил ее. Ты бы видел ее глаз. Ужас какой-то. Он все же ее муж. И что с того? Наверное, ты тоже бил бы меня, будь я твоей женой. Конечно, регулярно. Только попробуй. Пусть только кто-нибудь рискнет. И что ты сделаешь? Выцарапаешь мне глаза? Попробуй, узнаешь. Крутая, да? Да. В третьей дивизии нам тебя не хватало. Отстань. Конечно. Если захочу, чтобы ты меня поцеловал, дам тебе знать. Через посредника. Не хочешь поприветствовать меня, Джо?